Книга эта не из мрамора. Не высится она на какой-нибудь площади. К корешку этой книги не несут цветы. Но и она – памятник. Погибшим, пропавшим, умершим от ран. Книга эта – свидетельство подвигов и рассказ о судьбах, которые тесно были переплетены судьбой Родины. Мы всегда будем гордиться ратным подвигом земляков. Все они настоящие герои. Их подвиг – это пример для потомков, для нынешних и будущих защитников Отечества. На этом примере молодые орловцы будут учиться любить и беречь свою родину, до конца оставаться верными своему долгу, быть истинными патриотами России. В книге «99 имен» – это те, кто защищал страну от бандитов и террористов, в том числе иностранных. В ходе вооруженного конфликта в Чечне с 1994 по 1996 года и потом в ходе контртеррористических операций в Северокавказском регионе с 1999 по 2012. Войны начинают политики, заканчивают их дипломаты. А вот вся тяжесть этих боевых действий, вся ответственность за государство, за нас с вами, ложится на плечи солдата. И эти ребята, они погибли не напрасно. В книге есть историческая справка о тех событиях и краткие сведения о наших земляках, павших в боях с духами, плюс информация о памятниках им и о ветеранских организациях. Я благодарю издателей книги. Это, я думаю, еще только начало. Нам необходимо писать все подвиги более детально. Мы в этом обязательно поможем. Составители книги – многие. Это представители областного департамента внутренней политики, организации ветеранов боевых действий, организации членов семей погибших защитников Отечества и других сообществ. Велик вклад военно-исторического музея. В этой книге памяти тоже среди 99 имен наших погибших ребят на Северном Кавказе 13 человек захоронен за пределами Орловской области. И это, к сожалению, не последний список, не полный список. На встрече были те, кто приложил руку к созданию книги, те, кому она адресована, те, кто будет популяризировать ее в массах. И, конечно, были родственники погибших бойцов. И им были эти слова. Ваши дети были достойными сынами земли русской. И они по праву займут место рядом с Богом, который также нуждается в сильных, мужественных ангелах. Сергей Быковский, Павел Джумабаев, телеканал Первый областной.